más a ponerte es lo mejor. También el tequila blanca con su sal era sabor. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar solo. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, agua negra es lo mejor. También el tequila blanca con su sal de sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 ay. Что там будет? Что там будет? Спасибо большое. Класс. Здравствуйте. Здравствуйте. Mucho gusto, muy bien, señor. Как вас зовут? Откуда вы? Я Джавид Мамедов из Азербайджана. Ага. Из города Гянджи. Класс. Добро пожаловать. Оказалось, что поет испанец. Ну, я никогда не занимался вокалом. Я работаю слесарем. В локомотивном депо. Серьезно? Такой симпатичный слесарь. Я думаю, это начало его такой музыкальной карьеры. Я люблю свою работу. Все равно я чувствую, я должен именно продолжить музыку. Браво! У вас получилось Спасибо. Очень хорошо. Как для слесаря, вы спели очень даже неплохо. Мало того, мы вас поздравляем, ваш тренер Джамал. Спасибо, мне очень приятно, я рад. Хотел бы Джамале в команду? Да, конечно. Салам, ай, саул. Небольшой запас азербайджанских слов. Я очень рада. Я не знаю, что сыграло. Эмоция, кровь, песня. Но мне захотелось повернуться, потому что мне понравился ваш голос. Спасибо большое. Вот вы сегодня спели испанскую. А азербайджанскую тоже можно спеть. Я хотел бы для вас спеть... Давайте. Песню Рашида Бейптова. С удовольствием. Кючаляра Сусятнич. Давайте. О, я знаю эту песню. Классно. Кючаляра Сусятнишан. Кючаляра Сусятнишан. Яр гэлэнда тоз олмасын. Песня говорит о том, что я поливал улицу, чтобы, когда моя любимая будет идти, не было пыли. Очень рада, очень рада. Браво! Браво! Обалдеть, спасибо вам. И поздравляем. Здорово. А ты чем-то занималась в жизни не музыкальным? Зарабатывала конечно, деньги? Конечно. Что это за профессия была? Я мыла посуду. У нас было такое маленькое кафе прямо возле моря. 3 столика, немного. Папа жарил шашлыки, мама делала плов, манты. И вот в таком ресторане я зарабатывала себе на учебу в консерватории. Я очень любил, в детстве самое любимое, это были мы мыли стекла машинам, пока они стоят на... светофории на красном. Мы подбегали, то есть нас посылали. А сколько тебе было? Не все. Мне было 13 лет. А Тиночка, расскажи, пожалуйста, ты занималась ли делом, не связанным с музыкой, для заработка денег? Скажи, пожалуйста. Нет. Вот не згадаю то. Реально нема такого. Нет, вот всегда была музыкантом. Всегда занималась музыкой, тянулась завжди. К музыке. А ты? У тебя что-то было цікаве? Чем только вообще не приходилось заниматься. Обои клеить, на стройке работать, перепродавать. Я был в интернет-газете, это уже приличная работа. Вот, о неприличных работах я не рассказываю. У нас же приличная передача.